как я вот сказал однажды американцам, перед выборами, и Обама в результате этих выборов потом стал президентом, я уходил от того, чтобы сказать, он говорит, помогите, вы видите, посоветуйте, что делать в Америке. Все хуже и хуже у нас дела. Я говорю, послушайте, давать советы Америке, это что-то не то. До сих пор Америка всему миру давала советы. Поэтому я ухожу от этого. Да. Встает второй парень, недостойчиво тоже говорю. Это на Среднем Западе было 12 тысяч публики. Я говорю, хорошо, вы добиваетесь, вот я, чтобы вы не считали, что я трус или так далее. Я думаю, просто такая есть, ну, политическая культура. А вам скажу вот что. Мне думается, что Америке нужна своя перестройка.